Трэш почистим сейчас, танки. А, я вот Мишка танк, а второй кто? Про товар. Ага. Хорош. Чучук. Хорош. Так, ну что, у нас три паладина, давайте, давайте. Так, смотрим по ретрикам, надеюсь, у всех билды нормальные. Что? Я уже назначил ретрику. Кто и что раздал? Давайте, я это все запишу, чтобы потом было кого винить. Мастерал кулаки, богинин ТПС, Акаска, Капанка. Мишка, сюда видел, видишь, что ты ставишь. Ну, каску я не вижу, поэтому, бля, сейчас давайте богиня раздаст каску. Суммоните друида. Так, нас сейчас танчит, короче, блять. Кто угодно, только не танк. Так, уважаемые ханты и рога, который у нас один напуливаете, блять, как трэш, так и боссов последовательно. То есть ваша миссия на этом, блять, рейде, это напуливать грамотно, блять, и будет все заебись. Потому что танки у нас не очень сильны. Это кажется на первый взгляд. Вот, не очень сильно. Вообще нубас. Ну типа нубас, не нубас, я вообще-то не про то говорил. Я говорил про то, что эквип, который, блядь, набирает агро, понимаете, да? То есть как бы ты там ни был, какие у тебя руки, блядь, откуда бы ни росли, блядь, у тебя есть эквип, которым, блядь, ты набираешь агро. Вот и все. Релл, ты можешь мне карты докинуть? Последний прист в пятой пати. А зачем? Чтобы молитва исцеления на РДД работала. Я знаю, что на пачках трэша набирает агро только веер клинков от рой. Шквал, веер, как там? Под адреналином. Если нам продавать. У нас пати РТД как раз таки с ШП, поэтому не надо. Ладно. Будет на хилов 2, поэтому нормально. Он коконы бейте сзади. Не то что коконы, паладины, у вас есть, блять, охренительный этот гнев небес, которым просто сбиваете косты и ну, и станете мобов, пожалуйста. Используйте этот ваш талант. Скажите-то все встали, побежали. Кто вас резать не будет? Кто падает на трэш, народ, давайте, не томите, блядь, просто вставайте, бегите, у вас тут очень мало. То есть, блядь, вы прибегите там, не знаю, секунд за 10. А трэш мы бьем как бы не задерживаясь. Поэтому, пожалуйста. Сколько ты времени собирал рейд? Да хуя. Часа полтора, наверное, стрельбот. Пятая была, что ли, в рейде? Два часа сыграл рейд, не меньше. Это быстрее, чем у нас хэм в гильдии, ура, опять. Да, можно так шутить, да. Не, ну, блядь, один раз у нас было такая хуйня. А, ебать, я к вам только что в гильдию попал, получается. Кункар Найтблад. Да, я тоже увидел. Ну, я, по идее, завтра к вам на лича приду. Надеюсь. А скажите мне, что за рыбки, что за энх у вас там в гильдии вообще? Типа жесткий 16 кдпс дает, что он вообще? Не знаю, все, что я знаю, то, что он дохнет сейчас. Что еще раз? Ну, дохнет он часто. Ага, ну это уже не от энха зависит. Какой у вас в рейде минимальный ДПС на личи? Не знаю. Да хрен знает. Я особо вниз таблицы не смотрю. Мы больше смотрим на общий ДПС, чем жили, блядь, на каждого там где-то нужно. Не, ну просто спрашиваешь, типа не это само.
А у нас групп лут стоит. Ну, в принципе, ладно. Так, если можете, соберите их как-то вместе, чтобы они, блядь, не были хотя бы к нам лицом. Кто? Потому что эти скелеты, вот, они же, блядь, просто разбивают сливом всех нахер. Только развернешь минус, минус сколько там, блядь, все стоят сзади. Это меня так обычно. Ну, обычно, необычно, но, блядь, если даже я агро не держу, по мне что-то проходит урон. Они поворачиваются, чтобы кинуть... кокон. Нет, это не те, это как раз те, которые, а, блять, я не знаю, как они способны сейчас. Не, вот, вот, вот этот древний скелет солдат, вот, он делает одну атаку, кто вихрь или какой-то там. Нет, не этот солдат сейчас, просто проклятые вот эти, да. Сейчас, вот сейчас у нас их нету, сейчас только те, кто кокон. А вот эти, блять, проклятые, короче, они как вихрь, короче, делают. Вот, и этот вихрь же девает тупо всех. Не, я знаю, что, просто я не знаю, кто, ну, как называется моб. Но сейчас увидел, это проклятый, он стоит, блядь, слева от нас, может, пачку. Вот если они будут в рейд смотреть, они будут просто всех резать. А, когда они просто кастуют, вверху что-то, их да. Не было. Да, да, они кастуют, блядь, и они просто режут все нахер на своем. Разбойник, ты видишь, что там ловушка стоит, можешь ее убрать? Либо оставить репу пофармить. О да, мы же за этим пришли. Вообще я за этим пришла, мне 5к осталось. Мне тоже 5к. Так, разбойник у нас... Разбойник хорош, да. О, а по ним уже станы не действуют, нормально. Не действует, просто так как бы есть. Диминишн? Ну, шаклом, да, шаклом можно. Диминишн, конечно. Ты же не можешь их просто станить, как и да. Да, шаклом можно сбивать косты. Либо гнев небес, опять же. Изгнание вроде тоже работает. Изгнание на демонов или металлик? На нежить тоже, алё. Чё, серьёзно? Ты думаешь, откровение, блядь, для паладина вообще. А, изгнание паладиновское, я думал, локовское. Не-не-не. У лока есть изгнание. Баниш. А у этого по-другому называется. Изгнание тьмы. Изгнание зла называется. Ну будет тьмы, блядь, тьма тоже зла, на. Зла, блядь, тьма, на. И зло тьма, блядь. Дайте дебаф по рогам. Сейчас все будет, когда все будут нахуй в кочке стоять. Так, шкаф. Шкаф поставьте еще. Давайте смотрим рогу. Слетаю быстро в банк еще. Че, с Рэем поговорим? Нет. Лу, блядь. Чё? Чё, блядь, люди АФК что-то не курят? Ты курил компа. В 2 дня. Подожди, что он? Сейчас ещё определим, надо одного как бы найти, кто не в ДИСе. Как минимум одного. Похуй! Будешь просто ролить шмот через ДИС. Просто без лута и всё, да? Просто через ДИС он курит. Да чё без лута, если опять этот хер уйдёт? Добирать посреди рейда, это, знаете, это пиздец. Если уйдет, то я вычислю его по IP и приеду, обоссу его дверь. Как это нам поможет? Ну, нам не знаю как, но ему точно поможет. А прикинь, он тебя обоссыт. Да, ну... Мак, дай пирогов, пожалуйста, столик поставь. Кунгар! Почему ты еще в этом, Доларанина? Ну, я говорил, что я ТПшник, мне сейчас в банке надо кое-что. Так купи рыбу заодно. Ну, ты рыба у меня как раз в банке. Сейчас заберу. Тыкнусь, не, ну был бы Дживс, конечно, блядь, было бы вообще заебись.
Ну, сейчас я поставлю, прибегу, подожди. Рыба стоит так-то. Бля, и богиня ДПС, ты в Дискорде, нет? Плюс они в чёте. Богиня ДПС, это что, ты выяснил? Вот и вывезли, ну. Выявили, кто, блядь, не в этом. Вывезли. И вывезли с Дискорда в лес, ну. И вообще-то он жив стоит сбоку, ну, если бы кто спрашивал. Принимай, Симон, рыбу. А рыба была? Нет, я фаску выпил. Короче. Вон стоит. Где? Под Солонин. Возле Лу. Ага. Кните место. Итак, я все еще не вижу это в каске. Бафали, что-то не добафали. Посмотрим, что там роги с фонтами дают ДПС. А, Найтблуды, блядь, это кидалы эти, да? Я понял. Ну так что, богиня ДПС, мы дождемся каски или мы будем менять, блядь, я не знаю. Что очень долго каску я жду. Типа, это не моя забота сейчас смотреть, у кого нету каски. Типа, половина вы должны это все сами смотреть, либо иметь, блядь, ебучий палибафер или что-то еще там. И просто бафать вообще даже не задумываясь. Просто удалить паладина и выкинуть комп с окна и обоссать его, пока он до земли не долетел. Это уже крайний как бы случай, да? Это крайний метод. Да? Где я того обоссать все время? Недержание, что ли? У него фетиш. Фетиш, да. Есть такое. А чё, кто Джайна убил, что у него фетиш, блин? Убил, именно убил по-любому Джайна. На золотой дождь. Я ее не убивал, я ее изнасиловал. Просто она мне шмот отдала. Так один его, да. Че там? Так, ну что там, блядь, пока. Вот поэтому... Начнем то, что сейчас будут забирать одного, потому что у нас холл уходит, короче. Ну, типа через час уходит. А за один час как бы нахер чё успеем. Бесполезный код минус, окей. Вот поэтому я не играю паладином, это очень сложный класс. Бафать надо, что-то всем надо. Вот. Не знаю, я за паладина тоже вот играл, блядь, и просто... Ну, выкидал его просто... с языка, да? Ретриком, нет, я просто ретриком, когда играю, типа, я просто понимаю, что я, блядь, жму кнопки, блядь, 5000 раз, блядь, чаще, чем, блядь, на любом другом классе, сука, и дают ДПС, все равно, сука, ниже 10 места. И, типа, пиздец. Какой прикол, этим паладином вообще играет. Потому что не надо бабл жать. Надо бабл. Это ротация бабл, камень возвращения, ротация. Там добираете, нет, очень долго, мы 2 часа собирались, сейчас стоим пиздим. Нет, а мы-то сейчас пиздим, но я-то сейчас спамню, как бы, вообще, мне уже пишут. Сейчас найду сразу по... Итак, у нас, не знаю, тот приз, который мне писал, его уже нету в онлайне. О, у тебя твыся холик в этого напарника. Я ебу. Я прям надеюсь, что он рукастый. Угу, камни на дух. Где-то я видел 2 таких пизда, а посохи, блядь. Ну этот лоб будет рвать мне огромный. Так, у нас есть, кстати, паладина, и у вас есть такой скилл, называется сальва. Длань спасения. Вот, я надеюсь, вы знаете, что это такое. А кто знает, да, тактику на 14-го босса целка сальвагосу? С паладином. Походу никто, да? Сальвагосу, нормальный босс. Я тоже вчера убил нормальный босс. Ты, у тебя паладина нет, откуда ты знаешь тактику, блядь? На циркуле есть, вот. Ну там 13-й босс. Может быть шкаф поставишь? Кто там? Как у тебя твой ник? Вуба, Гвоб, вот этот. Вупка-воп. Вупка-воп. Хорош, спасибо. А то мы, ну, думали, ты сам собой.
Не, ну причем я уже вроде как сон прислал Камахе. Так читаешь, блядь. Я стараюсь быстро прочитать, и получается коряво. Итак, на мне все еще нету каски, народ. Паладины. Богиня ДПС. Исключительно к тебе сейчас. Можешь смотреть за бафами, то есть. У нас сейчас нету на паладинах. Он на паладинах, на хантах вообще нету, то есть. Ханты просто мимо прошли, да? А они просто шли, задели кого-то и умерли. Так, Камахи, ну и просто. Также на Лока, который пришел, тоже фулл баф, пожалуйста, раздайте. Думаю, мой кулачок ему будет стоить очень важно, нахуй. Просто одну вещь запомните, типа, если вы будете косячить, либо просто надоедять, либо во благо целей нашего рейда будете им мешать, вот. То есть не бафать там, еще что-то там, блядь, боб не дать. Не знаю, диван, блядь, сальву там, типа, вот, не знаете, что это такое. Это все ваш минус кролл просто. Слушай, будет. А я сообщение не помню, которое ты писал. Что у тебя по луту, как там? Ну, бое ДС и осколки анролл. Походу, ты не вот. Типа, по шмоту, роллу, вообще, мне нихера не надо, все. Я вообще ничего не роллю, блядь. Максимум я там, не знаю, что я там могу поролить, блядь. Ничего. Я понял, что ради осколков только собираю. Итак, давайте так, Камаха зашел, не зашел. На полку, кругляшок. И богиня ДПС, что там у тебя с касками? Все, я вижу, наконец-то, ура. В квадрат. Так, Камаха, не знаю, вроде заходит дис или что. Не подтверждает. Короче, по поводу босса у нас, значит, танчат Void Beast и Чучук. Короче, Void Beast будешь первым танком, то есть МТшкой будешь... забирать босса, развернешь его сразу к стене. Туда, ближе к стене, короче, повернете его, чтобы, короче, к стене было у вас. И также там же вы его после вихря, то есть когда он вихрь уже свой проделает, вы ловите также его под стенку туда. Вот, и мы сбегаемся всегда за спину к боссу. Если что, на себя могу звездочку кинуть, блять. Смотрите, и вам надо стоять ближе к звездочке. Вот и все. То есть под боссом за спиной. Так, еще раз, РЧ, Камаха, ты здесь, нет? Если шип у нас будет на ханте, РДД, заливаете все РДД, блять, этот шип. То есть милики не должны бегать куда-то там, блять, по лужам, чтобы убить этот шип. То есть это задача именно РДД. Минус один. Это ну, чё, блядь, такое? Отошёл, куда он? Тут. Кто отошёл? Ты чат читаешь вообще, не? А это ДК, да, он я хотел... Хочу бить, я хочу бить босса, блядь, 17 минут видео идёт, алло. Тебя избавиться, просто... Давайте пиздить этого пидора, дракона Иванова. А хуй ты видео снимаешь, вот уже эти? Идёт стрим, привет мамашам передаём. Привет твоей мамаше, да? Да, типа... Фиш, не можешь зайти в Дискорд. Я сейчас смотрю. Вроде не поменялось, все нормально. Ссылочка работает. У нас минус 2 в Дискорде, это меня типа настораживает. Вот мне вот поебать вообще, давайте пулять что ли. Да хоть здесь в Дискорде, главное, что не тупили. У нас только Камаха, по сути, вот не подтверждает, типа, из-за того, что Дискорд не может зайти и все. Ну пускай не заходит. Умрет нахуй, минус кром. Да ему нахуй не нужен минус кром. Ну типа, я ему написал, типа, что просто будешь косячить, будешь минус кром, вот и все. Если без дискорда. Ладно, что, давайте даю отчет. По отчету только на пул максимум идет, все остальные бегут, не дамажат. Два танка стойте друг возле друга, чуть ли не в одном фрейме, чтобы делить урон. Все, сейчас на пул давайте, никто пока ничего не бьет, блядь, дайте на пул сделать, народ. Ханты, рога. Отведите еще ближе туда стеночкой. Че, погнали, давайте Геру. Так, шипы, урезали шипы. Отлично. Отлично. Ну,
Так, еще раз шипы буду сейчас. Ай, давайте в шипы сыграли, милики. Так, корова, что-то там пасешься возле нас слева, можешь подойти? Так, все, отходимся. Расходимся, РДД. Милики, смотрите, если можете, блядь, бейте, нет? Лучше не надо. Кто имеет, кто шарит, чтобы не получать урон от лужи. Короче, главное по лужам, блядь, не шастать. Танки уже готовьтесь ловить, блядь, что ясно, он, блядь, куда-то заведился. Короче, танки, вы уже стойте так же возле стенки, где вы были, блядь, и там же ловите босса, пожалуйста. Да, блядь, чё он заведился, ебать. Сука, кто на него кинул эту хуйню уменьшения? Вы знаете, что она, сука, блядь, этот рейндж уменьшает? Сейчас, сука, всем алхимикам просто дам нахуй по минус кролу. Не алхимик. А мне похуй, знаешь? Типа вот так вот будем сейчас играть. Будьте искать того, блядь, не сами, я не знаю. Но такую хуйню вообще делать нельзя. Просто сейчас ДПС для всего рейда нахуй упадет. Чисто из-за вашей такой хуйни. Скачай аддон, нахуй, который смотрит мастер вот эту хуйню. Я бы кикнул. Кто набрасывает, да? Ну. Да я вот все думаю, скачать, блядь. У меня, сука, просто так, ну, очень много аддонов, которые так интерфейс очень мешают. Он у меня вообще-то есть, но я ебал искать его в дебафах, нахуй. Я не вижу этого дебафа. Нет, это не дебаф на... Окей. Так, короче, расходимся, народ. В лужах не стои. Не, ну если мы вычислим, то этот, блядь, получит. Скажем, этого рейда. Получит пульдану. А если я вычислю, короче, этого человека, ему напишу в ПМ, и он мне забашляет. Так, все, за спину, только по лужам не бегайте. Если в лужу, то подождите, пока уйдет. Все, давайте за спину, встали, народ. Очень далеко, шаман. Что-то лок этот санина полная, камаха вот эта. Но он полбоя пропустил. Чё тут весь рейд к санины, блядь. Я на пятом месте по ДПС, вы чё, блядь. Так, ну, в принципе. Ну, поехали. У меня, сука, прикиньте, вот в чем прикол, типа, этот Хо, он шел, короче, за одним лутом. И вот этот лут упал. Вот это обида, конечно. Да. Типа, ему поединки просто не падают. Ни с Герином не падают, ни с обычкой ему не падают, нигде. Зачем они ему? Ну, типа, у него там мастерство вроде бы, я не знаю, из ИВК или откуда у него там, блядь, я не помню. Ну, короче, у него говно какое-то там стоит. По факту. Ладно, давайте не подходите, народ. Ну, блять, я думаю, мы уже сколько надо было ходить сюда, чтобы не знать. Так, метка у меня не работает. Просто тотем шамана вот сюда поставь, где я сейчас. Где звездочка, короче, вот такая. Во втором месте. Так, вот сюда. Все. Весь рейд, вот сюда, в звездочку, сюда, в сову встаньте, не знаю. Короче, только один. Станков метки слетели. Поставьте метки, пожалуйста. Да, нормально, метки. Сейчас. Сейчас я закину метки, но они все равно пропадут. Ну, в хилботе показывает метки, чтобы удобнее было. Shift, Alt, Ctrl, нажми одновременно левой клавишей на этот человека танк и все. Нет, какие-то меток, блядь. Тебе будет высвечиваться, блядь, зеленый цвет. Аура, фу, блядь, Духстай. По черепу, веди сюда наверх. Духстай, офни, сочный. Так, дук стай, народ, блядь, вы что делаете? Сочная, блядь. Хан, сочная. Ёб твою мать. Ну, сейчас минус кролл тут получится. Так, да череп никто... играем. Милики, отойдите нахер от этого помощника. РДД, играйте череп. Да какая разница, он все равно может это просто после каста сразу, после стана дать. Все, в ученика все заехали. Кстати, учеников можешь вести реально вот сюда на левую сторону, типа, мы здесь милики убиваем, а РДДшника туда на правую сторону, где друид был. Ладно, давайте, введите в крест теперь, крест возьмите. Также веди на правую сторону. Остальных вар забираешь и ведешь на левую, к нам, к миликам.
Так, в крест сейчас РДД, милики, отойдите пока что, дайте подвести к стеночке. Учеников заберешь, нет? ДКшник, я его забираю, но он на меня не идет. Ну, милики, отойдите, блять, ну, типа нету еще мобов, видите, нету. Ладно, друид, забирай всех, у нас этот вар упал. Помощника, давайте ученика, короче, можно застанить здесь, застаньте, дайте ему стан. Паладины, блять, 5 секунд у вас есть, молот. Все нормально, можно всем бить. Кто упал, народ, давайте резайтесь сразу, сами вставайте и бегите. Этот трэш, здесь сами встаете и бегаете. Там портал есть на второй этот этаж. Так. Так, подождите, дайте всем, пусть придут. Пусть второй танк сюда зайдет, дайте ему бафы какие-нибудь, там хотя бы касочку. Лапу. Так, листа бафов. Короче, давайте вот отсюда теперь. Вот этих. Так, если сагрятся трусы, будем их контролить. Так, пока не сагрят. Все, разверните только, разверните танки. Так, подойдите на лестницу, хилы, закиньте танков. Все, всех пэты только нахер уберите своих пэтов. Милики, можете на вниз на лестницу зайти и побить. Ву, блять, агрессор вам. Сагрили. Черепа, можете подержать. На пол какой-нибудь сделать, народ. Так, в крест играем. Ближе туда никто не заходит, поэтому опять же отозвали всех. Чтобы никто здесь не шастал. Так, трусам никто не подходит. РДД заливайте трусы. Второй танк тоже можешь отойти. Ну, милик, блять, а как шипа у нас был? РДД залейте. Ничего раньше. Так, все, отойдите на лестницу опять наверх. Сейчас я... Скажу, что мы будем делать. Блять, заберите ревнителя, друид или вар, забери. Так, РДД, короче, вестника, милики, ревнителя. Блять, агра вообще нету, вар, у тебя на ком вообще бдилка, блять, кинь на мне бдилку, ебать. Что вообще не понял, где твоя бдилка, блять? Я не на локе, на ком это бдилка у тебя? Короче, вар, кинь на меня бдилку свою. Вар, как слышно? Опа, трусы убили. Блять, от помощника отбежали, трусы законтрольте, зафиряйте, не знаю, изгнание там, блять, или что там на него пашет, знаете. Простой эфир попробуйте. Я держу. Отойдите от него. Либо паладину, у кого есть молот, дайте молот, блять. Я уже добавил, не умер, да. Не восприимчивайте. Ладно, убили. Так, я все еще не вижу бдительности на себе. На кого бдилку кинуть? Да на меня, на Кунгара кинь. Я бы подискутировал по так. Поводу товара, конечно. Так, надеюсь, знаете, да, сейчас пометочка, блядь. Забирай вар. Медведи, давай. Ну, вы по груни держите совсем, господа. Кто не держит? У нас на пол, блядь, никто не делает. Вот это больше смущает.
И это все сказано. Поднимите, пожалуйста. Потому что у нас рога, блядь, второй по агру это рога, блядь. Это где вообще такое видели? Рога, который в 249-м шмоте, блядь. Не знаю, на ребре не видел никаких проблем, не знаю, про что вы говорите. Да, на проблем на ребре не было, потому что мы сделали, блядь, агротами, на пул они сделали более-менее хотя бы. Да. А вот на мобах что-то очень сложного. А на мобах все ДПС хотят показывать, нафиг, на пул этот нужен. Не знаю, какие-то дебилы, походу, показывают на трэше. Я никакой ДПС не показываю, я Энх, я дал удар бури, он кританул полностью и сорвал. Но если нормальный танк, я не срываю. Если он старается. Нужно стараться на трэше. Так, кто тут старается на трэше? Ты что, с ума сошел? Мы танки тоже расслабляемся на трэше, что нам нельзя, что? Так, хорошо, давайте так, у нас справа, значит, там два РДДшки, это будет вар. Вар, на тебе справа трэш забираешь. Главное, твоя цель это забрать с центра, который с топором. Да-да, я понял. Все, вот справа, где я сейчас стою, правильно? Первоначально мы бьем юбки, это которые с маной, это которые кастуют мобы. Их надо залить в первую очередь, потому что они потом накидывают щиты, и их потом бить больше надо будет. Вот. 300 баф рыбу. Да, сейчас я поставлю рыбку еще разок. У нас там много кто падал. Так, пока кушаем рыбку, распределю пайки. Так, рыбка стоит. Ну, друид, ты понимаешь, да, ты справа. Так, бафы, что кому не хватает? У нас по присту еще каску, опять же не вижу каски. Пожалуйста, ребафните лапку. Так, лапку еще ребаф, друида. Все есть, так, кулачки есть, каски есть уже. Ура. Так, приста баф еще раз обновите, или, блядь, мне аддон врет. Вроде у тебя должен был быть. Да, приста бафа нету у шамана нету приста баф. Только что раздал все. Я не вижу на холле шамана, у тебя есть? Уже висит, раб получил. Спасибо. Все, хорошо, давайте так, значит, по пати. Так, Саня болта еще закину вот сюда. И в принципе так, справа у нас будут. Крестов нету. Справа у нас будут первая и третья пати, да? А вторая и четвертая будут слева. Крест на ханта киньте. Холипал. Так, с центра моба можете делать так, не знаю, 2 ДК есть, 3 ДК даже есть. Вот, берете фрост стоечку, да, там, типа, залили трэш. Потом в центр берете, притягиваете куда-либо, блядь, в любую кучу, налево, направо, где вы там стоите. Притягиваете с центра, чтобы добили их. Все, и вливаетесь те, кому надо. То есть, если там юбка, то лучше миликов заливать. Если будет топор, то вообще кто угодно. Так, все понятно, первая и третья пати у нас справа, слева вторая и четвертая. Ну, танки уже понятно, кто куда. Так, ты иди, чё, не готов? Не готова? Я готова. Все, все готово. Все, хорошо, давайте пулять, танки на места свои. РДД пока играйте по боссу, милики уже ждите трэш пока что. Сначала трэш должны убить. Так, сначала юбки, народ, юбки сначала убиваем. Блять, как он так быстро Так, с центра трэш, там ДКшки забрали, да? Все, еще слева помогли. Давайте по боссу теперь. Сейчас контролить надо будет. Все друиды у нас на контроле. Магрука, законтрольте. Вихрь, дайте Магрука, не бейте его. Лол. Заебись. Так, дали БР. Сова бесполезная. Так. Вот сова, дай БР. Бесполезная сова, ни ДПС, ни контроль. Нахуй грит послали. Нахуй лес так и есть. Так, дайте бафы паладины, каску, кулак поварам еще раз. Наркоша, не тупи. Так, 3 секунды, танки уже ловите трэш, сейчас милики уже отходим. Давайте. Мой верный слуга. Давайте, сперва юбок, блять, убили быстро. Сейчас контроль, Ройсон, законтрольте, народ. Не убивайте своего, блядь.
конце боя посмотрю вообще ДПС по своим, блядь. Так, слева еще трэш добили. Так, от лужи можно отбежать там. Так, контроль дайте. О, рога, блядь. Ну, я не знаю, типа, люди, вы должны уже это знать, что вы должны свои контроли, типа, эти свои эскейпы всякие прожимать, вилки, ханты, баблы всякие, паладины. Так, трэш, играем. Сейчас контроль там должен быть скоро. А присты так, могу давать МК в ответ на МК? Похрен знает. Возможно. Так, играем по боссу. Сейчас контроль только, народ. Мирики, блядь, АОЕ забрали просто. Бейте пока точечно, сейчас контроль будет. Друиды, вас там сколько есть? Два друида, пожалуйста, блядь, вихрь. Вихрь дайте пороги. Так, все, на пол идет на друида. Все пока что отойдите от босса, дайте ему свести вниз. Все, никто не бьет. Блядь, все на низ свели. Так, рестер друид, дай, так, Косты бейте, народ. Все, дали Геру. Так, лужи еще отведи. Так, вар, ты уже готовься, забирай вар, блядь. 3 стака уже было, 4 стака. А нормально, на 5 заберет, ну. На 5 не надо на 5 забирать, там по 3 стака танчится. Потому что на 5 стаках там уже как бы и друида, блядь. Ну, короче, по агру очень хреново, если на 5 забирать. Тем более в нашем случае, это, блядь, когда агра нет почти. Да мне есть игру. На пулы еще давайте, пожалуйста, покидай сейчас на пулы, блядь. Вторая фаза, народ. Да все, Барк, блядь, тебя забрали, потому что у него спали стаки. Не надо, да надо, у меня еще 3 было. Да какая разница, как у тебя? Если у него спали, то он забирает назад. И все, вы так танчите, блядь, пока не спадут. Там как раз получается по 3 стака. О, контроль по мне, под крыльями, ну. Ну типа я фир даю, по тебе фир не проходит. Еще и войти. Друиды у нас, блядь. А друиды сейчас у нас получат, блядь, просто минус тролла. Блять, один вихрь за весь бой. И то это я дал. Танк. И то ты меня убил, блять. Ты заслуживаешь смерти. Так, ну здесь по луту, конечно, говнецо, как обычно. Рел, вы пожалуйста, лут, рейд канал, посмотреть. Что? Ресните, пожалуйста. Да, ресните, камаху, мастеролу, чё вы там вообще дохнете так? Хлестнет. Чё дохнем? Посмотри в чат, чё написано. Void Defender убил мастера, блин. Void Beast. Увечье. Не, это Void Defender, блин. Любка. Какой Void Defender? Там Void Beast. Так, квеста у нас не было. Так, этих мобов вообще можно пробежать, но, блядь, дрыть. Я понял. Только ДДМ на натуре пушку снимает, а не одевает. Так, квестов у нас не было, поэтому идем дальше. Так, ДПС не смотрел с репрабрит, надо посмотреть, у нас есть шанс. Вообще там 179. Не, ДПС хороший, чё. 179 хороший. Ну да, это тоже. Нету блядь. Шансов. Блять, а почему этого дракона было не брать? Чё он вообще спустился? Кто там зашел? Так, добили сначала этот весь трэш. Мелкий. Дракону лишь косты сбиваете и все. Блять, да разверните вы дракона, блять, ну куда народ танки, ну типа, блять, заведите его туда к стенке. Да что ты думаешь, он ходит трезво и быстро, что ли? Видишь, как он медленно ходит? Не, да я то вижу, но можно было хотя бы подтянуть немножко. Я на вашем месте бы просто сбоку встал дракона и все. Не, да я уже сбоку то стою, но. Ну все.
Но вот этого заступника я уже не могу задеть. Если клево. Дай бог, наверное. Сейчас я поебу выйду за то, что своего убил. А там да, сейчас мы, короче, трёпка. Новая фишка, мы принимаем в гильду, даем ГП и кикаем с гильды. Ну, у нас не так в гильде. Надеюсь, что мне это не светит. Наркош, ты обиделся, что ли? Чего ты лопнулся, блин? А что, Discord не пишет, что ли? Вот этот вот РЛ, ты за протовара сам играл? Кстати, Прист, который там хотел ролить, ты написал вообще, что ты ролишь там на ШП, нет? Да, в Дискорде написал. Ты ждал в Дискорде писать, я написал. Это ты широпоступ вот этот? А это я. А я не вижу, что ты писал. А там ходит ты... шаман на хила. Я в том канале написал, походу. И сова, ролл... Нет, я смотрю два канала текстовые, которые у меня есть. И там только... Сейчас скриншот, сейчас скриншот тебе дам. В третьем. И сейчас он в тот же канал скриншоты. Слышишь, это что там челики писали, начали рейды, что ты что-то там КД побежал? Что, не убили Халеона вчера? Да я мудак, просто они РЛ. Вот так вот. Так а где надо ролл писать? Я тоже написал, вот где мы сейчас находимся, прямо в этом канале. Да, я в General написал, сори. Куда ты написал? Текстовый канал, самый первый генер. Или это не отсюда? Я не знаю. Я вижу, Galaxy Lord написал 6 ртул, рулит на шипу. Ну не тот канал, для, понимаете, там канал у меня такой, типа, смешанный, там очень тяжко искать. Теперь видно? Есть канал Roll1, где именно пишут за роллы. Вот. Пишите внимательно, типа, есть канал Roll1, понятно, что туда надо писать. Ну что искать в General, как бы, очень... На ролл 1 писать, да? Да, да. Всё, давайте, берите, кому надо, сразу. Я прочитал, там пишет Рофл 1. Короче, берите все, залетайте на корабль, берите эти ракетницы, одевайте их, проверяйте. Сейчас посмотрим, кто хочет, кто желает сам. Я на корабле тут трэш. РЛ, я на корабле оставлюсь трэш, ловичу. А, я быстрее всех. Итак, первые четверо это у нас JOT, блядники, хуёты, какой-то, я не знаю. Джиоти. Хуёти. Вот-вот. Так, Master L, Denchi Cross и Ariline, всё, четверо. А чё тут возле пушки, возле тела пушки стоит, нахуй? Остальные, кого я не назвал, а можете отойти пушки нахер. Да, отойдите, пожалуйста, подальше, всё. И одно замечу, что если вы будете тыкать двое-трое в одну пушку одновременно, то она может забагаться, и у нас просто минус одна пушка. Вот, такое очень часто бывает, блядь, когда люди просто хернёй занимаются. А бить, блядь, в 2-3 пушки, это, знаете, блядь, как бы не очень весело. Поэтому Ariline... Этот Джиоти, короче, мастерал и Денчик Рос. Все остальные, все берите ракетницы, одевайте их, проверяйте. То есть один раз хотя бы там прыгните, попробуйте, да? Так, на этом корабле у нас кто умеет летать? Друид, сможешь полетать? Да я все умею, может, ничего не рассказываю. Все, тогда ты будешь на Они том корабле. Они умеют только своих не убивать на леди. Так, Чечук, тогда ты здесь. А ты напыливайте, не знаю, на него трэш, а то что-то очень, блядь, не знаю, непонятно будет. Но... Короче, не заезжайте по этому трэшу очень сильно, блядь, пусть пособираю сначала. Короче, чук ты на этом боссе, блядь, боссе, на этом корабле, короче. Ловишь с портала. Так, там один кто-то был у нас АФК вроде. Ну, начнем. Так, а кто у нас, блядь, мертв? Почему ты мертв? Один понятно. Один упал. Ну, я уже запустил, так что удачи. Мы будем биться со смертью. Ну, типа, хуйней занимаетесь, это ваша проблема. Слетаем.
А кто из хилов куда? Или все здесь остаются? Все тут остаются, никто из хилов не летает, вы чё, блядь? Я хоть взял квест, нахуй, на этот? На кровь, блядь. Короче, главное, чтобы вы перелетали хотя бы не с одной стороны с танком. То есть он будет справа, по правой пушке. Сейчас вы ответите перед Солфангом! Двигай свою калошу, не то вы ее прямо... Так, все, пушки уже давайте херачили, до 90 и спускаете. А я как-то раз танчил Мурадина без джетпака. Так, 8 секунд. Так, танк уже можешь перелетать. Так, все, давайте все тоже по левой стороне. Мурадина не трогаем. Играем по магу. Заливаем сразу также дальних оружейников. Остальные все спрыгивайте типа назад, либо вперед спрыгивайте, либо назад прилетайте. Все, добили оружейников, давайте обратно. Алло. Так, перелетели, ДДшки. Алло. 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 Хером по лбу не дало. Так, все, сразу назад, назад, давайте. Шутник, да? Рядовой шутник. Охуенный клоун. Прозвище, оно. В армии-то хоть был рядовой, нахуй. Я в пушке сижу, богиня. ДПС, она. Так что, флаг у тебя не дам. Готовьтесь, готовьтесь, так. Все, перелетаем. Сейчас так же просто добили и сразу улетели. Вы думали, что я слаб? Яга? Но ты очень слаб, да? Так кто из нас слабее? Ну, все неадекваты всегда с моей гильдии. Куда ни шифтани? Это ты про меня? Да. И про меня, похоже. Так, дальних оружейников также заливаем. Назад. Освободите меня. От кого? С ментурами? Пусть мама приедет. Пусть мама. Так, 5 секунд. Сейчас еще надо будет одного мага. Так, все, только мага добили, сразу назад.
моей все, столовой... обратно, все, давайте. Не подают жареные цыплята и арбузы ежедневно. Ебать, что ты за хуйню несешь? А я делал видос этот, нахуй, понял? Про цельнометаллическую, про гильдию. Цельнометаллическая оболочка? Можно переделать под Сирус. Я? Шутник, ты что, ёбнул? А кто открыл сундук? Я думал, нельзя, а оказывается, можно открыть. Вот это да. Поменяните шмот, пожалуйста. Что, нельзя было открывать? Полное говно, говна, говнища. Ну, топор на руку. Ну, топор такой, наверное, тоже. Ну, комбо-то, но комбо-то нету топора, 2-6-4. А у нашего комбо-то есть вообще хоть что-нибудь? Есть. Нет. Топорик. Да, есть мечик. Ладно, давайте рыбу ставлю, кому-то надо. Предлагаю тем, кто не будет бить трэш, минус 100 кролу, нахуй. Кроме котов в комбо-то. В комбо-то надо бить трэш, там мутиком не надо бить трэш. Коты, мутики, шипы, африки. Мутики, абассанцы. Ну, у нас котов нету, поэтому, блядь, нас все пьют по трэш. Трэш нельзя бить тем, у кого срывается серия приемов. То есть, коты, роги. Нет, коты не бьют, потому что они не серия приемов. Срывается ротация из-за рваных ран. А у комбата нету этой херни, он просто лупит. Мне кажется, надо делать так, как Кирилл сказал. Нет, а будет как Кирилл. Кому нужна воля? Обсуждаем. Вот ваши условия. Ясно, сейчас на ретрика волю заберу. Мне нужно. Ладно, сейчас, секунду, у меня тут, блядь, ливень начался, просто жесть. На Мишку волю ролим? Нет. А чё это? Ну это все, разве можно было вначале договориться, но никто не договаривался, поэтому по ДПС. Тебе воля нужна, но ты в танк. Как ты, блядь, проверишь? Нет, танк носит. Ну вот я про что и спрашиваю, как мне быть тогда? Я тоже из-за воли иду тоже. Ну, нехуй было танком присвоить. Ну, типа, если вам надо была воля, и вы в танке, вы могли написать мне, типа, можно ли будет паролить. И можно было со мной как-то договориться. А что, да, никто ничего не писал. А в чем проблема с волей? Это такой же лут выпадает с босса. Ну тогда спекись в ДТ и покажи ДПС внутри. Ну и как я сейчас покажу ДПС на ком? Ты топ-3 не покажешь. Ну это танк. Я трэш говорили. Трэш для ДПС дал. Трэш, у трэш абсорб 90% урона. Блядь, она не пойдет, го, пожалуйста. Анурат, вы просто сейчас уже, ну, как бы общаетесь, не о том. Типа я вам написал условия, блядь, все. Как бы что еще? Рыбу. Главное, на пол сделайте, главное, грамотно, рыба и все. Была, больше блядь, ничего не ну, надо. Ну, вы же тебя стоите. Кого на пол? В этого? Мишку? Да, в медведя первого. Вар вместе с друидом меняетесь по руна крови. Каск по кристаллам на видео. Вам, если ДБМ есть, он вам орёт прям в уши, прям по всему экрану. Так, бафы вроде у всех все есть. Должно быть. Каску по кристаллу обновить. Каску по кристаллу, не знаю, кому там еще надо. Пишите, говорите. Короче, никто не бьет первее танка, блядь. Отойдите лучше, не знаю, там на 2-3 метра Америки, блядь. Как пока танк не заберет. Как нахуй? Что? Как дай топ-3 ДПС, если не бить. Да бей. В начале, чтобы босс забрал, блять, чтобы он сейчас не двигался, хуй знает как, понимаете? Да чтобы чё, первый удар шел от танка. Я танчу этот контент 15 лет, я не очкую тебе их сразу бах. Похуй же контент с 2009-го, да? Да. Так, я хотел вам дать макрос на фласке, но хуй вам. Какие фласки? Ну, на три пота.
Но вы же там все скилловые, нахрен вам. Ты бы лучше объяснил, что он делает. У тебя просто отсчет, по которому вы можете выпить заранее, чтобы юзнуть два раза за бой. Вот. Я скилловый без макроса это делаю. Не, ну типа, блять, я же говорю, если вы все скилловые, то нахер вам этот макрос. Вар, ты тут? Да. Посмотри на босса. Куда? На босса посмотри. Дебаф руна крови, воин, пожалуйста, не подводи. ДПСа, кстати, мало у нас. Надеюсь, тухлик вообще одолеем. Надежда помирает после. У нас ДПС дает просто там 5 человек или 6, и все. К сожалению. Не, да, у нас ДПС дают 9, но, блядь. Люди, ну сколько надо? Скажем так, у нас есть люди, которые вообще не дают ДПС, а вот. Это там с места 17-го. Варты тут. У нас есть два ханта, которые ну ДПС вообще не дают. Они обои дают, как у нас. Это место второе. Ладно, сейчас будем разбираться. Так, у кого есть еще бомжи? А, эти ДКшки. На следующий пак вызовите, короче. То в начале боя сдавать такое, блядь. А ты что, ты умеешь? Как тебе удобно? Так, ДК, короче, ДК, вызывайте сейчас. Давайте по боссу, там кливом все убивается. Давайте по боссу. Хотя кому может надо воля, который может еще не упадет. Вар, ты спишь? Ты так, вообще... на варе метка, лучше отхиливайте его нормально. Не в попад все делаешь, вар. Так, сейчас будет еще один трэш, но можно в него не играть, если он, конечно, еще будет. 2 секунды, блин. Не будет. Ладно. Так, отойдите все от сундука, блин. Не багайте его. Сука. Осколка почему-то нет. Ну ладно. Так, ну хотя бы печеньки две разные, это уже, блядь, ну как бы лучше, чем всегда. Это обычно падают одинаково. Да, у меня последние 2 либо 3 рейда, которые его делал, падают, блядь, на паладина жреца просто, x2. Покидай. А чё не так, я тебе дал 8-7к? Больше не могу тебе дать. Ну, сочное, что-то очень мало ДПС, серьезно. Очень. Ну, 57-шка. Потому что стоят камни левые. И шмоги смотрят. Ну и там как бы еще нету даже 4 Т-10, да? Да. Вот это да. У нас квест. Но нам бы убить тухлика еще. Thank you.
Рэлк, извини. Это кто там такой срочный? Какой-ник. А в чем такая срочность? Та нала на ход, чё? Воля не упала, чё такая срочность? Давайте идем налево. Чё там, из воли на Редвика, да? Ага. Ты только посмотри, блядь, сколько я в трэш дал, а сколько это богиня ДПС, нахуй. Ну, ты дал 177 тысяч. Богиня ДПС сколько? 49, да? Тут волю только кунгар рулит. И лук, которому нахуй не нужна. Не нужна, она как бы нужна была. Не, Энх красава. Да чё тут красава, тут любой М4 кусками, блядь, ДПСит, ну. Просто никто этого не понимает никогда, блядь. Говорят, Энхи говно, блядь. Я, кстати, тоже долгое время не понимал, что 4Т4 лучше. Я в 4Т10 гонял очень долго. Там как-то затестил и охерел. Я всегда удивляюсь энхов, которые, блядь, не качают этот волков, ну. О, это вообще пипец, да. Молнию в первой ветке. Угу. Толку, блядь. Так вы что, отведите к стенке, сейчас здесь, блядь, валька с адреса. Нахер надо. Пускай, мы что, не топчики? Я еще понимаю, если с ПДМ их, допустим, на 2-4, 2-10 и без волков мы смол. Это еще можно понять. Так. Листика общий ДПС, не для. Ну профов мы не убьем. Ну, 8 боссов стандарт. Это если я сейчас еще доберем. Ну если поменяем, там вот сколько там человек было. Раз. Ну, у нас хант очень мало дал. Я не знаю, надо. Ну двух хантов поменять просто 8-6 КДПС. Потом какой-то хант хотел уходить, потому что воля не упала. Да. Приста и мага, если помять всех кого-то 9 КДПС, короче, то можем убить 10. Че, реча не будет, да? Ну, мечтатель, блядь. У меня другой вопрос. Какого хера хан постоянно дают аспекты нахуй? А, сочные? Ты говоришь, как будто лично, блядь, что-то нечто. Потому что она дает аспекта и головокружение по танкам дается, который неприятно. О, боешка. Че, ты боешки не забираешь? Ну типа зелень всякую, синьку я раздаю. Я имею в виду вон, эпики ты что-то не забрал вопрос. Мобов. Так, под этого, под собачку зашли. Да, ну на Q
каком там зомби нахуй? Ты идиот или чё? Идиот. А чё, не потанцевать мне? Забей его, варп, подержи эту курицу. Всё, сам, блядь. Курица. Чё базаришь, а? Видишь, как у тебя форма медведя? Как жирная. Как пуля. Жирная индейка. Жирная индейка. ДК твой жирный. ПВП обоссу просто. Это селёдка. ПВП вообще не умеет играть. Засолю просто. Заливают выстрелы. Испал, дайте подуться. Кто там ливнул? Прям. Да хант уходил, ушел. Я бы еще ханта поменял. Я пока ищу. Я не понимаю, почему вам наги не нравятся? Охуенные обилки. Наги чем не нравятся? Топовая хуйня. Ну, это такое. ПВП возможно. Ну, танками тоже. На самом деле танки тоже хорошие наги. Мага паладин вообще заебись. Стамина. Плюс 150 стамины у друида. Ой, блядь, друида, сука. У Таурена. Влюбись, ты чё ты сдох-то? Плавает очень быстро. Это, ну, если будет изменение сетилище, тогда ты будешь популярен. А сейчас негде приплавать нахуй. На острове квесты делаешь, тебя и башни. Ну, на острове квесты вообще не делают. Шеи нет, мне на баре не напали, блядь. Так надо делать, все равно, нет? Ну, сделаю, когда это выйдет. Когда шеем будет, короче. 800 такой прок. Это мне не мешает запекаться без топлива. Мастерство на два камушка. Расскажу тебе, Камаха, следующее. У тебя есть скилл, который скидывает агроб. От сальва я на тебя тратить не буду, потому что ты даже не срываешь близко нахуй агроб. Зачем, конечно, его били вначале? Его репа есть? Есть. Ну да. Ты думаешь, для кого я тут стараюсь? Блять, 3 репа у меня осталось. А даже 2800. Нет. 2800, о, нормально. С босса по сколько дает? По 500, да?